перстни, броши, сережки, застежки, фибулы, височные подвески и даже игольник с флакончиком для благовоний выполнены не просто из золота высшей пробы, но и с изображениями из драгоценных камней. Все это коллекция украшений из женского погребения, которое случайно обнаружили в поселке Лао при строительстве одного из корпусов пансионата «Магадан» в 1960 году. Значительная часть уникальных экспонатов выставки «Мифы и правда о золоте Сочи» античного времени и изготовлены, как отмечают специалисты, с высоким мастерством и изяществом. Очень большой резонанс вызывала подобная выставка, которую мы проводили буквально 2 года назад. И на протяжении десятилетий жители города не имели возможности увидеть эти предметы вживую. И только с 2013 года эти предметы, эта уникальная коллекция, принимают участие в наших выставочных проектах. Среди этих украшений один не золотой предмет, стеклянный, но ценность его не меньшая, чем вся эта золотая коллекция. Дело в том, рассказывают хранители истории, что находки датируются 1-2 веком нашей эры, и стекло в тот период ценилось наравне с ювелирными изделиями. Сосуд с жизнеутверждающей надписью на греческом языке «Радуйся, пока ты здесь» также был найден в погребении в поселке Лао. Хоть выставка и называется «Мифы и правда о золоте Сочи», археологи и ученые мифы развеяли. С незапамятных времен в различных источниках встречаются упоминания о попытках добычи золота на реках Сочи, Кудепца и Мзымта. И один из комплексов экспозиции посвящен теме добычи золота на Кавказе, в том числе на территории нашего города. Кстати, на этой же выставке представлены исторические раритеты, найденные в период Олимпийской стройки. Благодаря археологическим раскопкам, которые велись с 2007 по 2013 год, найдено несколько сотен предметов и объектов, которые относятся к разным эпохам, от палеолита до позднего средневековья. Это и крепости с храмами, и вооружение. Все это историко-культурное наследие России также можно увидеть на открывшейся в музее истории выставке.